Друзья, всем привет! Давно ничего не показывал по трактору своему. Маленькое продолжение. Вот, как мне уже писал в одном из комментариев Александр, что лучше установить подрессоренное сиденье. Ну и вот решил все-таки установить. Здесь еще место будет для сидения пассажира, хотя не думаю, что оно сильно и нужно. Ну и решил доделать полик. Есть уже готовая такая железячка щедушки с выступом. Попробую сделать заодно с этой частью. Прихвачу, обрежу все что. Так, укоротил рычаг включения ВОМа. Хочу перенести его в более удобное место. Сейчас прикину, как оно будет. Сейчас тяга будет располагаться ниже пола, ну и карданному валу мешать не будет, не должна. Кажется, мелочь, а провозился практически день с рычагом. Вот он включен, вал отбора мощности. Вот он выключен. Шаг. Здесь пока что просто трубку приварил, но скорее всего еще усилю. Вот такой. Включается довольно легко. Сиденье МТЗ подогнали мне. Правда, без подушек, но думаю, подушки найдем пока что. Вот такая есть, это от Т40. Ну, это чтобы прикинуть ширину, как оно будет устанавливаться. Да, и вот сюда на полик вырезал жестянку. Сейчас прихвачу ее к полику и, наверное, установлю. Вот такой полик получился. Его только снизу еще усилить. Ну а так, коробка передач закрыта и редуктор. Потом вырежу коврик из этой резины. Думаю, будет нормально. Ну еще хочу положить шумоизоляцию. Примерил сидушку. Сейчас сварю каркас, попробую установить ее и потом буду уже прикидывать, как буду ставить распределитель. Вот такой подрамник получился. Просверлим отверстие, и довольно крепко получается. Так, как здесь показать, чтобы вот места еще много, можно топливный бак установить. Ну и здесь
распределитель. Уже точно разместим. Примерил, как и говорил, место позволяет даже трехсекционный распределитель устанавливать. Ну и осталось нормальную щедушку найти. Мне там обещали. Эту часть я буду вырезать. И полик приваривать стенку заодно здесь. Потом прикручивать на саморезы. Для лучшего доступа к редуктору понижающему. Здесь тоже заварится все. Ну, думаю, нормально будет. Там, конечно, посмотрим. Вот такое небольшое продолжение. Ну и на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Оставляйте свое мнение в комментариях. Всем удачи и до новых встреч.